Всем привет! С вами Веломода, и сейчас наступают холода. Мы хотим представить новые модельки велосипедных перчаток. Перчатки позиционируются как для прохладной погоды. Не совсем зимние, потому как специального утеплителя в них нету. Вот здесь у нас такая толстый флис. Сейчас мы его посмотрим с вами. Вот таким образом он выглядит. Сбоку потоньше флис, вот здесь на пальце. И внутренняя сторона похожа по ощущениям на искусственную такую замшу. Вот здесь гелевая прокладка. По бокам тоже приятные такие гелевые прокладки с нанесенным таким тиснением. Перчаточки на самом деле удобные, достаточно хорошо гнутся. Пальчики никак не стесняют движения. Очень приятная застежка-липучка, которая позволяет вот здесь плотнее сесть этой перчатке. Цвет черный, выполнено очень аккуратно, швы все очень аккуратные. Перчаточки легенькие, удобные, эластичные. Сверху ветрозащитная ткань на пальцах и части верха. Ну вот цвет черный, моделька называется Веломода и 6942. Вот так эта модель позиционируется. Обращайтесь в Веломоду. У нас всегда в наличии во всех размерах такие перчатки.